ранку. Ви дивитесь телеканал «Тава». Це програма «Ранок на Алтаві». Відзначаємо День Святого Валентина разом. І знову в нашій студії, звичайно, цікава, красива пара, відомі полтавці, які разом із нами також відзначають самого ранку День Святого Валентина. Це Павло Журавльов. Це лідер гурту «Принципова зміна». Зіліон. Зіліон, МСІ, да, МСІ, ведучий. Коротше кажучи, дуже відомий. Відома особистість, да, да. Творча людина, да, от і все, це найголовніше. Да, хороша людина, хороша творча людина. Ось так, за це да. Дякую. Да. І дружина хорошої, відомої, творчої людини, да, красива дівчина, да, це Анастасія Журавльова. Вітаємо вас, доброго ранку. Дякуємо, що цей ранок ви вирішили, якби прийняли наше запрошення, да, і розпочали разом. Доброго ранку і вам. Нам дуже приємно за такі, за таку пропозицію. Так, ну у нас все дуже просто насправді. Да. От, хотілося б дізнатися, як то кажуть, по-перше, ви чоловік і дружина, це варто констатувати. Да? Скільки у вас, як то кажуть, вже штамп в паспорті стоїть з цією відміткою? Да, полгода. Півроку вже. Не так давно. Позавчора була рівно полгода. Угу. Угу. А до цього часу, тобто скільки у вас тривав це, як так, конфетно, да, цукерково-букетний період, назвемо його так. Майже 3 роки. На 2,5 года ми в місті і так вирішили, мабуть, що пора. От знову ж таки відрізняюсь, у нас попередня пара також там не зійшлися вони в термінах їхнього знайомства, і у вас також майже 3 роки, да, 2,5, ну, десь там. От времени встречания у нас, получается, 3 года было в декабре, да, в декабре. Ну, то есть, а свадьба у нас была, когда приблизительно было 2 и ага, сколько там, 7. Ага, зрозуміло. Ну, то есть, до 3 лет мы не довстречались. Получається так. Ви познайомилися в якійсь одній сфері, не знаю, в колі знайомих, там, чи просто там на вулиці зустрілися в кафе. Як взагалі відбулося знайомство? Хто може, кажу, відкрити цю завісу таємниці? Настя? Ми познайомилися в листопаді. Палац дозвілля, який. Так. Був конкурс від нашого педуніверситету. Я виступала в групі підтримки, а він був як приглашений гость, тому що вже закінчив. Була репетиція за день до концерту. И он подошел познакомиться. Она ела мандарины. Нет, серьезно. Это была репетиция в листопаде. Она там, получается, мы с Костей, с Загребельным, мы ели конфетки, да, там такие маленькие были. И такой какой-то нелепый, странный флирт. Типа, угощайся там. Ну, оно всегда так начинается. Это сейчас так смешно, а на самом деле в тот момент, типа, вот. Она с одногруппницей ела мандарины. И как-то не поделилась. И реально не поделилась. Я конфетами, значит, поделился, а она не поделилась. Ну, мандарины такая вещь, которая не делится просто. А зараз у вас есть какие-то спільні кулінарні пристрасті, так, пристрасті, да, страви, які ви полюбляєте обидва і на будь-які крошка? Крошка, это просто, это днем и ночью нас подымет. В любое время суток ведро крошки, и мы едим. Да. Настя не любила суши, сейчас тоже суши, да, начала любить. Что я любил суши. Ну, как-то вот именно по поводу еды, вы видите, поддерживает жена меня. Мама очень мама дуже квіточку розтила, и мама за меня очень переживала. Знаете, когда вот бывает там, вот я вот такой вот, видите, сейчас на экране какой. А если, ну, теоретически парень женится, то он сразу же автоматически вот таким должен становиться. Ну, а жена мамы, должна вот такая, да, быть. Да, в думках мамы. Но мы все держим нормально. То на це складно було якось перелаштуватися, якби налаштуватись на роль дружини і продовжувати ростити, як виразився. Ну, возможно, повлияло то, що ми жили до свадьбы вместе, как бы уже был опыт. Не могу сказать, что что-то изменилось после свадьбы. А насчет еды, я человек, который тоже, в принципе, любит покушать, пусть по мне и не видно. Поэтому разногласий у нас по этому поводу, как правило, никогда не бывает, да. Ну, как-то вот так, да. А, Настя, сфера деятельности твоя? Я работаю в турагентстве, но продолжаю учиться на филолога английского и немецкого языка. Вот, це до чого веду, відповідно, да? Дружина, скажем так, творчого чоловіка. Переводчик, сразу. Да, да, музею, мені здається. Да, да, ну, відповідно, музею бути важко. Важко бути взагалі музею. Чесно, я этой роли как бы на себе не ощущаю. То есть я понимаю, что... А возможно, влияет моя поддержка, мое какое-то понимание. Возможно, это и есть функция музы. То есть, как бы мне, как не особо творческому человеку, сложно понять эту роль.
Но я думаю, что если у него творчество продолжается и все как бы хорошо, я думаю, что какое-то все-таки влияние я имею. Надеюсь, позитив. Хотелось бы почути думку Паши. Вы знаете, очень, потому что я считаю, что вообще от женщины все зависит. Если мужчина находит того человека, с которым он видит свою всю последующую жизнь, то я думаю, это не просто там поддержка, не просто муза, это действительно часть успеха. Вот знаете, как вот у каждого вот говорят, в чем успех. У каждого успех разный на самом деле. Кто-то достиг там, не знаю, MTV, кто-то достиг каких-то тут украинских масштабов, кто-то достиг полтавских. То есть я не считаю, что там я чего-то в жизни очень сильно большого достиг. Я остаюсь тем, кем я есть, но на самом деле последние вот эти 3 года, то есть если до того там принципово змина лично в моей, да, жизни, она как-то шла вперед, вверх, мы что-то делали, старались, то тут, например, я могу даже сказать, что вот поддержка, когда мы строили там студию свою, то поддержка жены тоже была очень сильная. То есть, ну, маленькие вот такие нюансы, ты понимаешь, что... Я больше даже скажу, ну, грубо, но правда, я раньше столько не зарабатывал, сколько зарабатываю сейчас с женой. Почему? Я не знаю. Ну, она також заробляє, я так розумію. Да. Не, я в том плане, что в плане именно, ну, там, проведения каких-то там, если веду какие-то там праздники или еще что-то, то есть она же со мной это не ведет, но, ну, вот как-то я не знаю, то ли оно магнетизм какой-то и больше стало работать, ну, не знаю, но я считаю, что у каждого мужчины должно быть собственное оружие. Да? Настя, ты слушаешь принциповую змину? Нет. Ну, на самом деле, когда мы познакомились, я не знала, кто это, честно. Я, насколько не увлекалась как бы музыкой, я слушала, была какая-то музыка, ну хорошо, она есть. А подруга, которая была у меня, она как бы, ты что, ты не знаешь, с кем ты познакомилась? Ты нормальная вообще, как можно не знать? Ты что, не слышала одну песню? Я понимаю, что я не слышала ни одну песню. Ну, когда мы познакомились, когда он меня пригласил на свидание, я решила, надо сесть, прослушать. Будут какие-то вопросы. Но я прослушала, да, я действительно как бы без лести, мне понравилось, не все. То, что мне не понравилось, я об этом сказала. Ну, а так, да, сейчас, конечно, каждый прослушиваю, до выпуска прослушиваю, говорю, что не нравится. Иногда прислушивается, иногда нет, но ему виднее, я не спорю. Ну, на самом деле, по поводу музыки, то это очень хорошо, что она там, ну, опять же, я не считаю себя кем-то там супер, как меня Андрей, спасибо, столько лестных слов не, говорил, не очень приятно, но... Можливо, субъективно, но это правда. Но, правда, я так намного легче было, чем... Ты встречаешься с девочкой, которая... Це, що це з принципової зміни? Ну, то есть, очень было мне на руку и хорошо, что она обо мне не знала. То есть, я познакомился как обычный парень с обычной девушкой, все. И мне это очень, очень понравилось, очень я себя уверенно в этом плане чувствовал. Потому что, на самом деле, ну, сложнее строить отношения, когда, вот, как я сказал... Буквально ще одне питання в мене буде щодо ваших традицій, якихось спільних свят. Є у вас якісь такі дати, окрім 14 лютого, можливо, коли ви збираєтесь разом, це обов'язково, незважаючи ні на які... Романтична вечеря, так? Так, романтична вечеря, наприклад, або якийсь метод проведення часу, можливо, у вас інший, можливо, не романтична вечеря. У нас вся жизнь, наверное, романтичная вечеря, особенно в последнее время, когда мы повесили телевизор на стену в спальне. И, то есть, ну, на самом деле, знаете, так удобно. Я раньше как-то... Я просто, насколько телевизор, ну, с этими технологиями интернета, я в последнее время вообще просто забыл о телевизоре. А тут телек. Ого, думаю, ничего себе. То есть я на телевизор я вообще по-другому посмотрел. Да, дата есть. Вот будет дата 12 августа теперь уже, да, годовщина у нас. Опять же, 12 декабря. Ну, какое-то вот магическое число 12. Я раньше на него не обращал внимания. Там 11, 7, да, ну там... Ну, на самом деле, определенных дат я бы сказала нет. Понятно, есть определенные праздники, которые мы проводим, и это не изменено, но вот устали, усталость, там еще что-то, просто какое-то моральное, давай поедем в Киев, там, к друзьям. Давай никому не звонить сегодня, То есть бывает и так.
Ну, а бывает, конечно... Я бы сказал, это даже не романтические, а ленивые дни. Вот когда, ну, реально хочется просто уехать в другой город. Едем. К друзьям едем. Ну, так как-то захотели, насобирали на якусь путевку, там куда-то поехали. Ну, зважаючи на те, що турагент, да. Не, а мы еще ездили, когда она не была турагентом. Ага, зрозуміло. Не, на свадебное путешествие уже есть. Ну, ладно. Зрозуміло. Тобто ви любителі і активно повідпочивати, поподорожувати. І ліниво. І ліниво. Ліниво, да, теж. І те, і те в вашому житті, того і того вистачає. Ну, ми вам пропонуємо зробити, ми зробимо вам подарунок, да, пропонуємо, не знаю, і активно, не знаю, і активно, і ліниво. Там поєднається обов'язково все разом, да, у березні буде чудовий концерт від гурту «Живі барабани». І ось такі от два запрошення, відповідно, ми вам даруємо. Я тебе приглашаю, бо я там теж буду виступати. Друзі, приходіть, да, 10 марта «Живі барабани» з Женей Дудником. І ми там теж, кстати, подаримо одну із пісень. Спасибо. Супер. Так, ну що ж, ми вам дякуємо. Також з Днем Святого Валентина вас вітаємо. Ну що ж, кохання вам. Взаємно. Да, тому що ви його так, не знаю, прямо от проміння від вас таке сяє, відповідно. А, надо обняться. Да, да, так, так, так. І привітати одне одного. Так, ну що ж, дякуємо вам. Спасибо. Вдалого вам дня. Дякуємо. От, хорошого, насиченого, нехай все вдається, відповідно, і подорожі, і все-все-все інше. Тож ми нагадаємо, Павло та Анастасія Журавльова були в нашій студії сьогодні. Ще раз вітаємо і вітаємо усіх наших телеглядачів.